Всем привет! Сегодня, так сказать, третья серия отчетных видео за прошедший год. И сегодня я вам расскажу о своих лучших покупках уходовой косметики. Я посмотрела, что у меня и уходовой косметики не меньше, чем декоративной, поэтому я разделила это на два видео. Ни для кого не секрет, что я очень люблю косметику Sensei. Я вообще очень люблю японскую и корейскую косметику. Но вот Sensei среди прочих средств, несомненных, моих фаворитах, потому что он как-то идеально подходит для моей кожи. И первое, что я хочу похвалить, чем я пользовалась за прошедший год, это лосьон Prime Solution. Я периодически беру из основной линейки лосьоны двойку либо тройку, и либо вот с этим вот сочетаю с Prime Solution. Prime Solution, он еще имеет и антивозрастной эффект, кроме того, что увлажняет. И Prime Solution мне больше подходит на весенний-летний период, когда уже становится жарко, потому что он абсолютно не жирнит кожу и быстро впитывается. Поэтому я периодически к нему и возвращаюсь, и вам с удовольствием рекомендую, как и антивозрастное, и увлажняющее средство. Эмульсия Ultimate. И я ее покупала, по-моему, в начале года и использовала до конца. Очень интересная эмульсия, когда ее наносишь на лицо, ну, по крайней мере, у меня аж такое, знаете, легкое пощипывание. Но она мне очень хорошо подошла, она и антивозрастное действие имеет, и тут собраны самые лучшие ингредиенты, ну, по крайней мере, так утверждает Sensei. Я всегда ориентируюсь на свои ощущения, на то, подходит мне средство или не подходит. Вот данное средство мне очень подошло, кожа нежная, кожа напитанная. Вот все равно ни одна марка не дает такого увлажнения моей коже, как Sensei. В этом плане для меня эта косметика лучшая. Бальзам для губ от Guerlain Super Lips. Я этот бальзам, по-моему, в январе покупала, и до сих пор у меня еще остатки какие-то остались. Это очень роскошный бальзам, который увлажняет губы, который убирает вот эти все шелушения. Я им постоянно на ночь пользовалась, ну, по крайней мере, пока не забывала. Бывало такое, что и забываю. И я бы сейчас назвала, что это самый лучший бальзам, который я пробовала, если бы я не попробовала кое-что новенькое, но об этом я уже вам расскажу в следующем году, это уже пойдет покупка на следующий год, вот в уходящем году это бальзам от Guerlain, который я использовала практически до последней капли, и абсолютно не пожалела, что потратилась на него. Маска от Glam Glow для сияния кожи в оранжевой упаковке. Да, конечно, как упакованы средства от Glam Glow, это просто роскошь, и очень приятно раскрывать эти все коробочки, хотя, конечно, я понимаю, что за эти вот самые коробочки мы и переплачиваем как раз-таки. Вот мне приятно, когда косметика красиво оформлена. Все равно вот это внешнее красивое оформление, оно привлекает, и хочется, чтобы, если это крем качественный, дорогой, он был хорошо оформлен. Вот эта маска, про которую мне писали, ой, да зачем покупать, можно то же самое сделать дома, купить глину и самому это, сделать эту маску, и будет то же самое. Нет, не будет то же самое. Вот как ни крути, казалось бы, ничего особенного в составе нет, но настолько хорошо подобраны вот эти компоненты, настолько в правильных пропорциях, что домашняя маска так не действует. Поэтому я о покупке абсолютно не жалею. Более того, когда она у меня закончится, я, скорее всего, ее повторю, потому что после ее использования кожа нереально классная. Кожа обновляется очень здорово, она становится светлой, гладкой, вся пигментация уходит, поры стягиваются. Это вот просто, я бы сказала, бомбический эффект. Патчи от Farmstay Horse Oil, то есть с лошадиным маслом, и я вам их показывала, я вам их хвалила. Я делаю обзоры на патчи периодически, и это одни из полюбившихся мне патчей, потому что они такие как бы жирноватые. Я очень люблю немножечко жирноватые патчи, потому что когда их снимаешь, мало того, что они расправляют вот эти морщинки, кожа такая напитанная становится, а на коже еще что-то остается. Я не люблю ни кремы,
не патчи, которые снимаешь и все, и сухо на коже. Мне надо, чтобы вот что-то оставалось. И потом я сверху наношу свой крем для век. Я эти патчи особенно рекомендую для, так скажем, возрастных девочек. Лосьон для тела от CeraVe. У меня была и банка, которая откручивалась, и вот этот лосьон, и я очень ими довольна. Это прежде всего увлажнение. Если кожа пересушена, у меня такое случается, отопление центральное и все прочее, и вот этот лосьон меня спасает. Я его за год покупала, 2 раза точно покупала. Действие отличное, с удовольствием рекомендую. Масло для волос от Biosilk увлажняющее. Я раньше считала, что, ну, как масло наносишь на волосы, оно там что-то увлажняет, думаю, ну, масло, оно и есть масло, ну, там, если оно силиконами запаивает кончики, там, ну, вот такое какое-то действие, но увлажнять оно не может. Но тут мне консультанты посоветовали, я купила, и это масло действительно увлажняет волосы. Если они у вас на концах сухие, вы наносите это маслице, то волосики получаются разглаженными, и эффект действительно как вот от всех увлажняющих средств. Волосы становятся, по субъективному моему ощущению, что они более тоненькие становятся. Они разглаженные и рассыпаются хорошо, ну, если, правда, не переборщить. То есть это действительно масло, которое увлажняет, и это видно, и это заметно. Поэтому, если у вас проблемы с сухостью волос, присмотритесь к этому продукту. Уходовые фавориты года попадает карбокситерапия, маска для карбокситерапии в домашних условиях. И у меня на эту карбокситерапию снято отдельное видео, поэтому слишком подробно я здесь останавливаться не буду. Я скажу только одно, что я использовала курс, я потом дозаказывала себе маски, тогда у меня, по-моему, 1 раз 4 маски было. И вот сколько-то масок я дозаказывала. Я прошла целый курс. В первую очередь у меня очень посвежело лицо. И это, наверное, для меня самый главный эффект. Эта маска и улучшает кровообращение, и питание кожи, и насыщает кислородом. Это вот основная ее функция. И за счет этого цвет лица становится лучше. Я очень довольна проведенным курсом. Если нужны подробности, то я ссылочку под видео оставлю. Патчи от Einlip с маслом лосося и пептидами. Очень я в этом году прониклась всякими пептидными средствами, у меня были и для лица. Я эти патчи уже повторила, настолько они мне понравились. Во-первых, у них и размер хороший, они не маленькие, и действие у них шикарное, особенно антивозрастное. Они подпитывают кожу, и самое главное, они прям расправляют все морщинки, и кожа становится более упругой. Теперь маски от PEP Plus, которые я вам тоже показывала, и тоже есть на это отдельное видео, это пептидные омолаживающие маски. И я вам говорила, что они такие достаточно специфические, их нужно смешивать, 2 фазы нужно смешивать и быстренько кистью наносить на лицо. После этого у вас очень сильно натягивается лицо, кроме того, что здесь содержатся пептиды, еще и на этом основан эффект. И эти маски можно применять в качестве масок Золушки, то есть перед каким-то мероприятием, но я рекомендую за сутки как минимум эту маску сделать, потому что после нее лицо будет очень красное, по крайней мере у меня. Если у вас чувствительная кожа, краснота будет наверняка очень долго держаться, но зато, боже мой, вот это омолаживающий эффект. Она так расправляет все, что даже мои носогубные вот эти вот провалы абсолютно после нее были не видны. К сожалению, вот такой прям вау-эффект, он не сохраняется надолго. Понравилось, провела полный курс процедур, и какое-то время вот этот вот эффект, даже вот я заметила на своих носогубных складках, этот эффект держался еще, они были более разглаженными. Ну, потом, к сожалению, как и, наверное, после всех средств, через какое-то время все сходит на нет, надо либо повторять, либо что-то еще новое пробовать. Понятно, не изобретены еще средства, кремы и все прочее, которые бы помазался месяц, а потом эффекта хватило на 10 лет. К сожалению, таких средств нет. Теперь немножко о баловстве. Это лосьон для тела Шанель номер 5. У меня тоже было отдельное видео на средства Шанель номер 5. Я вам все это показывала и рассказывала. Я говорила, что купила в качестве дополнения к своему любимому аромату, купила в качестве баловства. И в итоге выяснила, что этот лосьон не только вкусный запах придает, приятный запах, но еще и
Увлажняет кожу хорошо. Молодцы, Шанель. На удивление сделали не только приятный продукт баловство, но еще и действенный. Шикарное, конечно же, средство. Я этот запах обожаю. Аромат лосьона держится где-то несколько часов, потом практически полностью исчезает. Моя любимая сыворотка от Елизавеки. Ну, вы за прошедший год о ней слышали, я не знаю, огромное количество раз. Сыворотка с витамином С. 30%, то есть здесь 30% витамина С, достаточно сильная, достаточно мощная сыворотка. Она обновляет кожу на ура, она осветляет все пигментные пятна, а как она стягивает поры и как она их уменьшает, это вообще нечто. Активно, когда я ей активно пользовалась, у меня даже спрашивали мои знакомые, что это, что я сделала со своей кожей, пилинги или что-то такое. Мне уже писали под видео, что раздражение на коже у некоторых, краснота долго держится. Да, такое может быть, потому что сыворотка очень концентрированная. 30% витамина С – это очень много, поэтому... И я вам говорила об этом. Если чувствительная кожа, попробуйте менее концентрированный продукт. Сначала попользуйтесь им, и потом уже переходите на эту сыворотку. Но если у вас реакция даже на менее концентрированный продукт, эту сыворотку вам, конечно, нельзя. Но если она вам вдруг подойдет, вы будете в восторге от эффекта, это я вам гарантирую. Эссенция от Dr. Pepti. Это корейская премиальная марка. Это такое универсальное средство, которое заменяет и крем под глаза, и крем для лица, и эмульсию, и все-все-все. Я не могу сказать, что я так именно и пользовалась. Я все-таки люблю, чтобы у меня была и сыворотка, и тонер отдельно, и все это я использовала. Но я осталась в очень приятном впечатлении от этой эссенции. И это действительно омолаживающее средство. Эти пептиды работают по разным направлениям. И когда наносишь, она начинает пениться, ее нужно аккуратно наносить, не нужно втирать. Нанесли на кожу, и она начинает пениться. И кожа фактически на глазах становится светлее и становится более свежей. Если позволяют средства, попробуйте, я думаю, что вы не пожалеете. Джейджан гель для умывания с витамином Е, с капсулами витамина Е. Этот гель, который мне понравился, это один из тех гелей, которые абсолютно не сушат кожу. Я уж не знаю, успевает ли подействовать витамин Е каким-то образом на кожу, да в принципе мне это не важно, мне самое главное, что эта умывалка остатки косметики хорошо удаляет, и после нее у меня практически нет чувства стянутости кожи. Поэтому отличный вариант даже для сухой кожи. Патчи от Max Clinic. В Max Clinic есть отдельная линейка со всякими продуктами пчеловодства. И я начала свое знакомство именно с патчей, от которых осталась в восторге. Эти патчи не такие жирноватые, как я вот рассказывала, что люблю этот эффект. Нет. Но эти патчи мало того, что вкусно пахнут очень, они еще хорошо разглаживают морщинки и хорошо возвращают упругость кожи. Эти патчи я даже дарила своей сестре, когда ездила в гости. В общем, если вам не очень нравится эффект небольшой жирности, который оставляют патчи предыдущие, то можете попробовать эти. Шампунь тонирующий от Redken. Это, наверное, самый эффективный шампунь от желтизны, который я пробовала. И один из наименее сушащих волосы шампуней. Он как крем, он такой густой, насыщенный, фиолетово-синий. И если его подержать подольше, то, в принципе, он работает практически как тонировка, то есть фактически может закрасить волосы так основательно. Я так не использую, я много раз говорила, что я не люблю сильно холодные волосы, мне надо, чтобы на моих волосах оставалась какая-то хоть небольшая желтизна. Ну, нравится мне так, мне вот эта алюминиевая кастрюлька на голове абсолютно не нужна. Поэтому рекомендую этот шампунь, даже если у вас сильная желтизна, как минимум, гораздо менее желтыми волосы он сделает. Мицеллярная вода от Биодермы. Ну, наверное, эта мицеллярка известна всем. Мицеллярная вода идет для чувствительной кожи. Покупала я ее еще и до того, как видео начинала снимать. И когда видео уже снимала и не раз хвалила. Не раздражает глаза, отлично снимает макияж. Даже если подержать хорошенько, то и водостойкий снимет макияж. Практически ничем не пахнет, и для меня это вот такая классическая мицеллярная вода. Периодически ее покупаю, и на данный момент именно она у меня стоит. Пенка от Dr. Jart.
Эту пенку я уже успела купить во второй раз. Абсолютно эта пенка не сушит кожу. Как и про предыдущую пенку, могу сказать, что она прекрасно очищает от остатков косметики. Мне она понравилась, как я уже сказала, купила ее еще раз. Крем от Шанель, Шанель номер 5. Это, наверное, самый удачный продукт из всей линейки Шанель, по крайней мере, я имею в виду пятерку, которую я пробовала, потому что это такой классный крем, он увлажняет как эмульсия, но при этом еще и чуть-чуть подпитывает. А кроме того, у него аромат держится до следующего мытья. И причем вы будете ходить, и в течение дня вы будете слышать, как от вашей кожи пахнет. Это настолько классно, настолько круто. Я пользуюсь духами, вот этим кремом, и просто хожу и благоухаю. Тут меня съедают. Я в восторге, и это то, что я куплю обязательно, когда у меня закончится. Еще парочка патчи, о которых я скажу, это патчи Ортия и патчи от Farmstay с лососевым маслом и пептидами. Опять-таки, я вам говорю, что мне очень понравилось действие пептидов и действие вот этого лососевого масла в патчах. И те, и другие патчи я очень люблю, и те, и другие патчи я рекомендую. Они примерно похожего действия, только вот эти Farmstay, они поудобнее, побольше. Ортия, они сами по себе поменьше, меньшую площадь захватывают, а так прекрасный антивозрастной эффект, что у одних патчей, что у других. Опять-таки, немножко жирноватые и совсем не ешь. Опять-таки, немного жирноватые и совсем сухой кожу не оставляют. Расправляют морщинки, увлажняют, питают. Шикарно. Здесь я еще и упомяну об аппарате DermaPen. Это аппарат для мезотерапии в домашних условиях. Это что-то в духе мезороллера, только с автоматическими, так сказать, иглами. И то же самое подробно о нем рассказывала, очень подробно, и показывала на себе действия и все. На данный момент я провела курс процедур. Осталась довольна. Я вам говорила, что в следующий раз куплю более какую-нибудь действенную сыворотку. Никаких побочных эффектов у меня не было. Тут самое главное правильно выбирать для каждой зоны длину иглы. В этом аппарате, как я вам говорила, не нужно покупать иглы разной длины. Здесь аппарат сам регулирует ту глубину, на которую будут проникать иголки. И это один из тех моментов, за которые я его и выбрала. В общем, отлично, здорово, круто. Я делала однажды мезотерапию себе в салоне. Эффект абсолютно не отличается от того, что я в этот раз делала дома. Примерно все то же самое. Поэтому не вижу смысла такие большие деньги тратить в салоне, все можно сделать дома. И еще один плюс, здесь вы насильно под кожу вещества не вводите. Ну а вообще, конечно, весь эффект основан на том, что повреждается кожа и включаются все восстановительные процессы. Это вот самое основное действие таких процедур. Сыворотка от Max Clinique, тоже из серии пчелиной. Я ее купила после патчи. Я забегаю немножко вперед, скажу, что я от Max Clinique еще кучу продуктов купила. И очень довольна, но об этом я вам в следующем году расскажу. Сейчас я их пробую, тестирую. Вот эта сыворотка мне очень понравилась. У нее и объем большой, и она хорошо впитывается в кожу и не жирнит. Она и подпитывает кожу, она немножко увлажняет. И я надеюсь, что и антивозрастное действие у нее хорошее. В общем, я осталась очень-очень довольна. Я считаю, что соотношение цена, качество и объем здесь просто идеальные. Термальный лосьон от Label. Покупала не так давно, наверное, уже половину я использовала. Это очень классная вещь. Мне даже сказали, что многие ее используют вместо бальзама для волос, вместо кондиционера. Я использую дополнительно к бальзаму и шампуню, и волосики разглаживаются. Даже вот там, где у меня на концах они поврежденные, они все равно становятся более блестящими и более гладкими. Расчесывается вообще идеально. 100%, как закончится эта баночка, я пойду себе покупать следующий. Ну, единственное, вот он бы еще избавлял от статического электричества, вообще цены не было, но, к сожалению, на это он не влияет. Наконец-то мы подходим к концу, еще парочка средств корейских марок. Первая от марки Ipse, наверное, Ipse, ну, неважно, я вам напишу, как это называется. Botonix Emulsia. Emulsia, это, можно сказать, более легкая версия крема.
Я предпочитаю именно эмульсии, хотя кремы тоже покупаю. Эта эмульсия содержит пептиды, она антивозрастная и она очень хорошо подпитывает кожу. Она не жирная, она хорошо впитывается. Дружит абсолютно с любыми другими сыворотками, тонерами любых других марок. Очень классная находка, стоит достаточно демократично, учитывая объем этой банки. Я вам про нее рассказывала уже, очень рекомендую, мне кажется, подойдет абсолютно для любого типа кожи, ну, естественно, особенно для возрастной кожи. Крем, увлажняющий с пептидами из линейки для возрастной кожи. Этот крем уже такой посильнее, чем вот предыдущая эмульсия, он понасыщеннее, он не так быстро впитывается в кожу, но зато он дает прекрасное увлажнение, он увлажняет вот сильнее, чем предыдущая эмульсия, которую я вам показывала. И, наверное, вот это его основное действие, именно увлажнение. Я надеюсь, конечно, что он еще свое антивозрастное действие оказывает. Ну, по крайней мере, вот это то, что я заметила. Я использовала на ночь, лицо свеженькое, лицо увлажненное, отдохнувшее. В общем, тот эффект, который я предпочитаю, так сказать, видеть после использования крема, все здесь есть. Ну и последняя на сегодня вещь, последний на сегодня продукт, это мой любимый крем солнцезащитный от Innisfree. Солнцезащитный фактор 50 с тройным действием, это тот крем, к которому я постоянно возвращаюсь, потому что он очень хорошо подходит для обладательниц комбинированной кожи, для обладательниц жирной кожи, он и увлажняет, он, как написано, имеет антивозрастное действие. По этому поводу не могу ничего сказать, я его использую как солнцезащитный, и с этой задачей он прекрасно справляется. Мне очень нравится в этом креме то, что он такого розового бежевого оттенка, и когда вы наносите на личико, то уже выравнивается цвет лица, уже лицо становится намного лучше, намного приятнее и свежее, сам тон лица. Очень люблю, прекрасно сверху наносится макияж и в течение всего дня прекрасно держится. Кто-то мне написал, что этот крем вызвал комедоны, прыщи, у меня такой реакции не было, я его покупала, по-моему, я его и в прошлом году покупала, в общем, неоднократно. Ничего такого подобного я не замечала. Мне он идеально подходит, и я его рекомендую с удовольствием всем. Ну, а на этом у меня все. Это были все мои любимцы за прошедший год из уходовой косметики. Пишите, что из этого пробовали вы. Может быть, мои фавориты, ваши личные лузеры года, ваша личная неудачная покупка. В любом случае, пишите ваше мнение внизу, ваши комментарии, потому что пусть другие зрители смотрят. У меня одно мнение, у вас свое. Дополнительное мнение никогда не бывает лишним, а наоборот, помогает определиться, стоит покупать, не стоит покупать. У меня на этом все. Всем пока!